Всем привет! Вы на канале «Мама и я». Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые гости! Сегодня мы вам хотим продемонстрировать очередную серию тетрадок «Игровые прописи», которые помогут для развития наших малышей в возрасте от 3 до 6 лет. В прошлой серии у нас были мои прописи. Вот он. Оно такое было. А теперь у нас другие. И у этих прописей есть несколько видов. Формы и цвета, просто цвета и внимание. Эти все три тетради, они как бы немного похожи по смыслу. И сейчас мы начнем демонстрацию одной из них. Давайте, наверное, начнем с тетрадки цвета. Мне интересно, что во внимании, потому что цвета там цвета. А вот вообще-то ты не прав. В этих тетрадках везде есть... Логика? Логики нет, потому что в этой серии есть тетрадки еще дополнительно. Это математика, английский язык, русский язык и логика. Когда еще мышление есть. Мышление. Когда я приобретала эти тетрадки, этих тетрадей не было. Я так думаю, что если я увижу, я обязательно возьму их для нашего младшего брата. Как я уже сказала, эти тетрадки подходят для развития детей в возрасте от 3 до 6 лет. Особенно они подойдут тем, кто собирается заниматься развитием своего ребенка самостоятельно. Если вы не водите на кружки и занимаетесь дома сами, то я так думаю, такие тетрадки вам очень даже будут в помощь. Смотрите, смотрите, тут нету мышления. Ну, видимо, в этой серии есть еще какие-то тетрадки. Давай посмотрим, что на этой стороне. А на этой стороне мышление, логика, русский язык, цвета, английский язык, математика. А тут математики, английский язык, русский язык, логика, внимание, фигуры и формы. Ну вот. Хотя здесь и написано 0+, но я так думаю, что от 0 это слишком рано. Может быть, есть очень талантливые дети, можно начинать в возрасте и 2 лет. Но я думаю, с 3, в 3-4 это будет самый раз. О, смотрите, я продолжила железную дорогу. Ну что, давайте начнем, наверное, с демонстрации какой-то тетрадки. Мы отвлеклись немного? Внимание. Внимание. Хорошо, берем тетрадку по вниманию. Что должен сделать ребенок? Он должен находить какие-то отличия. Посмотрим. Вот здесь написано. Найди в каждом ряду такое же изображение, какое указанное слева. Значит, вот здесь полосочка. Это ориентир, и ребенок должен искать здесь отличия. Едем дальше. Здесь что хотят? Какая тень соответствует изображению? Опять-таки же, да, ребенок должен внимательно посмотреть и сообразить. А я нашел эту уши. Где? Она вот. Тут мартышка хвост, тут шапка, а тут вообще идет уже лыж. Он как едет, интересно. А вот это совпадает. Так. Смотрите, здесь в каждой тетрадке... С каких деревьев упали эти листочки? Нужно будет подумать. Здесь еще на каждой страничке есть место, где ребенок должен потренировать ручку. Если ваш ребенок еще не умеет делать ровные линии, писать, вы можете вначале просто читаете ребенку вопросы и спрашиваете, как бы он решил эту задачку. А чуть позже, например, через годик, когда ребенок уже будет нормально держать ручку, вы можете вернуться к этой тетрадке, и он уже может прописывать. Если же ребенок может самостоятельно уже сейчас справиться с этим заданием, приступайте. А я нашел тут правильный мяч, он вот. Хорошо. Давай. Я просто хочу, чтобы мы сейчас продемонстрировали, что вообще содержание этих тетрадок, и те родители, которым будет интересно, чтобы они принимали решение, покупать им такие тетради или нет. Скажу честно, я вот когда выбираю тетради для своих детей, я не все покупаю. Что-то мне нравится по содержанию, что-то нет. Вот то, что мне нравится, я беру и я занимаюсь с ними дома. Кстати, а напишите, а какие это цветы?
и какие-то грибы тут. Так, здесь а что они хотят? На одной из картинок в каждом ряду чего-то не хватает. Дорисуй недостающие детали. То есть ребенок внимательно рассматривает картинки и говорит, чего в них хватает. О, я нашел тут, чего не хватает. Дымохода. Да, это... А тут точек. Точек. А наш маленький ребенок сказал, что не хватает синяков. Да, потому что он часто у нас бегает, быстро бегает, то на самокате ездит, и все время ударяется, и у нас синячки. И вот он подумал, что грибочку тоже не хватает синячков. Так, на этой картинке мы, когда выполняли задание, нужно было найти несколько отличий, а сколько их? 5 отличий на картинке слева и справа. Ой, а Ёжа какой-то невнимательный. Нашел несъедобный гриб. Он, наверное, отравится. Кстати, да. Мухомору есть нельзя, да? Да. Но это лекарство для оленев. Да. Мухоморами питаются не олени, а лоси. Мы как-то смотрели, да, передачу? Да. Это им лекарство. Потому что мы думали, что мухоморы вообще несъедобные. А ты меня спрашивал, мама, а зачем тогда природа создает такие растения, которые ядовитые, не нужны? А оказывается, мухоморами питаются лоси. О, а то что, енот сам порвал этот свитер? Или ему порвал кто-то другой? Если он скажет, кто это, я ему дам 100 синяков. Ну вот, и обратно, следующее задание на внимание. Вот какой-то из порванных кусочков нужно вставить свитерок. И также здесь тренировка руки. О, а тут это точно не тот кусок. Вы, наверное, догадались, почему. Кстати, я как-то смотрела одну из передач. Там говорили, что, чтобы развивалось наше и левое, и правое полушарие, вы можете давать ребенку задание, чтобы он, например, одну полосочку вот этих зигзагов прописал левой рукой, а другую правой. И таким образом он будет тренировать свои оба полушария. Мне тогда это упражнение показалось как-то странным. Ну, потом думаю, а может быть, это и правда чем-то помогает. О, так смотрите, что... я нашел для енота нужный кусочек. И вам не кажется, что этот свитер как-то слишком большой для енота? Он больше, чем он сам. Так, на следующей страничке у нас для каждой игрушки найди пару и раскрась ее такими же цветами. Какая игрушка не имеет пары? Ага, значит, здесь есть еще лишние игрушки и еще вот на внимание. То по-моему, есть... если честно, сейчас прибежит бешеная белка за своим этим орешком. Угу. За желудем, да? Это я бешеная белка. Это вспоминаешь белочку с ледникового периода. Да, да, да. Так, или на этой картинке бешеная. Какие фрагменты картинки потерялись? То есть ребенок точно так же смотрит. И если он у вас любит собирать пазлы, то ваш ребенок с удовольствием выполнит это задание. Вау, а эти кусочки можно вырезать и приклеить. И я знаю, какие тут. Вот эти вот и вот эти. Угу. И смотрите здесь, какие узоры для тренировки руки. Кстати, вот такие узоры рисовать тоже очень хорошо. Получается, ребенок, не отводя руки, делает вот такие движения. А угадайте, а что это без вот этих вот ковырёчек? Это сердце. Сердечко. Угу. Так, давай следующую страничку показываем, что у нас здесь. Здесь у нас кошка вяжет шапки. И нужно найти шапки, которые отличаются. Я нашел. Вот это отличается и вот это вот. У этой синей, а у этой вообще рыбка. Кошка, наверное, для себя ее шила, чтобы носить рыбочку. И когда захочет рыбу съесть, говорила, чтобы рыба появилась и ее съела. Не знаю. На этом задании... Еще вот это отличается. Нужно дорисовать и раскрасить все салфетки так, чтобы они получились одинаковые. Вот это еще. То есть тоже задание выполнимо. Ребенок смотрит внимательно на все салфетки и их дорисовывает. Перемещаемся сюда.
Такое интересное задание здесь. Здесь и самолетики, машинки. А как думаете, это вот этот вот утенок порвал свитер енота? Он какой-то злобный, как суперзлодей. Ага, смотрите, здесь какое задание. Внимательно посмотри на игрушки вверху и постарайся их запомнить. Закрой их листком бумаги. Значит, ребенок должен запомнить и потом еще сказать, что он по памяти сказать, какие игрушки были сверху. Я сейчас запоминаю. Кролик, машинка, самолет, кубики. Сверху. Утка, юла и погремушка. Правильно? Так. Ну-ка давай проверим. Кролик, машинка, самолет, кубики. Кубики. Утка. Утка. Юла, погремушка, да, все правильно. О, вы видели? Вот. Поставьте лайк, это достойно лайка. Ну, это достойно лайка. Я реально закрытыми глазами это все. Ребята, если вам действительно понравилось... Это реально достойно лайков. Да, ставьте лайки. Главное, подписывайтесь на наш канал. Можете зайти в страничку плейлисты, и вы там увидите много плейлистов, которые вам могут быть интересными. Там у нас есть плейлисты, где мы собираем пазлы, где мы играемся, мы сочиняем даже сами сказки. Мы очень любим собирать конструкторы. Последний у нас плейлист появился «Окружающий мир вокруг нас», и там мы снимаем что-то очень интересное про каких-то животных, природу. Эй, срочно подпишитесь на канал. Теперь продолжаем дальше показ наших тетрадок. По вниманию. Здесь найдите две связки с одинаковыми ключами. Это нужно будет поискать. Давай быстренько пробежимся, просто для того, чтобы показать, продемонстрировать, какие вообще мы тетрадки купили. И чтобы люди... которым это интересно, тоже имели представление. Смотрите, и решили для себя. Это ключ сердца. Что ли, когда ты откроешь замок этим ключом, у тебя ты превратишься в сердце? Не знаю. Или там ждет тебя большое сердце? Да, наверное, за этой дверью будет все выполнено, да, с любовью, и все там будет хорошо. Телевизор в форме сердца, пульт в форме сердца, диван в форме сердца, даже весь дом в форме сердца. Смотрите, а на этом даже кастрюля в сердце. Задание. Нужно найти тень для каждого предмета. То есть предмет и его тень. И ребенок должен действительно сориентироваться. Едем дальше. А вам не кажется, что эта гусеница хотела превратиться то в эту, но не удалось. То в эту не удалось, то в эту не удалось, то кто в эту сигналит? Не удалось. Кто-то едет. Ну вот это хорошее. Я блеск. Какая бабочка появилась из этой гусеницы? Ага, видите, есть гусеница. И нужно будет определить, какая бабочка появилась. То есть здесь нужно будет уже действительно подумать и по цветам ребенку сориентироваться. Следующее задание. Чем каждый из попугаев отличается от остальных? Тоже нужно будет выполнить задание на внимательность. Все, эту тетрадку мы пробежали, показали. Тетрадка называется «Игровые прописи», и это было внимание. Давайте возьмем следующую. Смотрите. Тут слоник даже знает, что надо писать. Он молодец. Если вам понравилась тетрадка на внимание и ее содержание, поставьте лайк этому видео. Да. Нам будет очень приятно. Таким образом вы подскажете нам, что мы то видео, которое мы снимаем, оно действительно интересно. И тетрадки мы покупаем правильные. Так, следующую тетрадку. Вон выбираем, наверное, формы и цвета. Поехали. Смотрим, что же здесь? Ага, здесь в этом задании они пробуют перемешивать цвета. И таким образом выявляются новые цвета. Например, если перемешать красный и желтый, получается оранжевый. А если перемешать голубой и желтый, получается зеленый. Дети, которые ходят на рисование, на кружки рисования, ИЗО, их там учат этому. В конечном итоге они потом смешивают краски и получают новые тона. А это случайно не неправильно? Разве не оранжевый желтым получится красный, а малиновый желтым красный?
Ну, вот ты как раз-таки возьмешь краску, перемешаешь, попробуешь. Красный с голубым даст цвет фиолетовый. Да, идем дальше. Смотрите. Здесь нужно обведи все предметы в форме круга. Дорисуй и раскрась круг в центре рисунка. О, я вижу. Йо-йо, бячок, шарик. Да, ребенок должен посмотреть. Тут чем хорошо? Здесь о формы и цвета он уже начинает изучать элементы геометрии. Тоже очень как полезно здесь и внимание, и геометрия. И также потренировать руку. Можно здесь. Кстати, кто любит геометрию, поставьте подписку. Я вот тоже как-то читала. Геометрия добавляется в старших классах. А я считаю, что геометрию нужно изучать вот маленьким детям, и восприятие геометрии дается намного легче. В старших классах, да, это нужно уже углубляться. А вот более как бы визуализировать всю эту геометрию, формы там простые, потом куб, там конусы, это все нужно уже с самого раннего детства. Дорисуй и раскрась все цветы и горшки. То есть ребенок сам должен уже, а здесь больше на то, чтобы ребенок все-таки порисовал. Если ваш ребенок еще не умеет рисовать ручкой, попробуйте дать фломастер. Фломастером рисовать чуть-чуть легче, и если что, можете даже придерживать руку, таким образом помогать ребенку. Смотрите, а что это у мальчика на голове? Помидор, что ли? Как ну, погоди. Какая-то шапка интересная. Так, здесь что нужно? Найди пару каждому носку, покажи пару голубых носков и пару носков, на которых нарисован круг. То есть ребенок ищет пару и потом еще выполняет какое-то дополнительное задание. Тоже очень полезно. Едем дальше. Смотрите, а здесь геометрические фигуры разной формы. Здесь есть и квадраты, овалы, треугольники. И в этом задании ребенку нужно найти самую большую и самую маленькую геометрическую фигуру и назвать ее цвет. Эй, этот квадрат кажется каким-то подозрительным. Кажется, он хочет выбежать из тетрадки. Скорее, ставьте ему кулаки. А может, он задумался, почему не он самый большой? Кстати, самый интересный – это здесь овал. Он такой, дразнит всех. Да, он дразнит всех. А треугольник радостный, потому что он, наверное, самый большой. Так, на этом задании что хотят? Обведи все овощи зеленого цвета, подчеркни все овощи красного цвета и зачеркни все овощи желтого цвета. Смотрите, хорошо, ваш ребенок, например, прекрасно знает уже цвета. Красный, желтый, зеленый, они быстро находят. Вот, но вот, вот. Правильно черкать, ли, черкать, черкать. Правильно ли он справится с заданием именно обведи в кружок, подчеркни, зачеркни. Это будет тоже как бы проверка ребенка на то, что он внимательно прочел задание и правильно выполнил. Да. Все, что от него требовалось. Здесь нужно обвести звездочки. И если вы заметили, в этой тетрадке, смотрите, здесь фигуры тоже даются, и они уже более крупные, он может обвести и закрасить. А здесь и прямоугольнички такие. Так. Здесь с помощью линий покажи, где чей подарок? Объясни свой выбор. Смотрите, очень такая вроде бы аляпистая картинка. Здесь и дети, и подарки. Но каким-то образом ребенок должен догадаться, чей подарок. А вот смотрите, вот у девочки здесь кепочка. Все, я знаю. Вот это, вот это ее подарок. Нет, смотрите. Вот это его, вот это ее, вот это ее, вот это его. Угу. То есть дети, они как-то быстро все это видят. И я так думаю, что сложности с этим заданием дорисуй быть не должно. Дорисуй и раскрась все домики. Дорисуй. Я знаю, зеленый, синий. Синий, оранжевый. Синий, оранжевый. Желтый. Так, следующее задание. Смотрим сюда. Дорисуй девочкам бантики, раскрась их. Ну, здесь нужно просто дорисовать и раскрасить. О, смотрите. Дорисуй улиткам домики и раскрась их.
Смотрите, а эту страничку можно покорябать, а эту нельзя. Она не корябается. Ага, смотрите, здесь еще. А здесь сделали еще велосипед. Вот, нужно обвести его и тоже закрасить. И тоже, видите, или использовали элементы геометрических фигур. Это круги здесь, овал и линия. О, кстати, я обожаю велосипед. Смотрите, последняя страничка. Назови все геометрические фигуры, с помощью которых составлена картинка. Посчитай их, каких фигур больше всего. Я уже знаю. Ребенок смотрит на эту картинку, находит геометрические фигуры, считает их и говорит, каких больше. Я знаю. Вот каких? Треугольников. Каких треугольников? Их больше получается. Может быть. Мне сначала показалось, что прямоугольников больше. Но мы сейчас их считать не будем. Ну, задание такое. Тут еще можно поспорить, треугольников больше или прямоугольников. Потому что на заборе прямоугольных много фигур. Вот. Здесь, смотри, дверь. Здесь я вот. А вы знаете, что... Еще дерево, дымоход. Вот окно, смотри. Окно. Оно же не один прямоугольник. Смотри, как хитро. Здесь и так... Вы знаете, что квадрат, он тоже является прямоугольником? Один прямоугольник, вот. Только квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны. Но он тоже прямоугольник, это многоугольником считается, четырехугольником. Поэтому здесь можно поспорить. Потом с тобой посчитаем. Так. А напишите в комментариях, кто из нас прав. Я с треугольником или ты с прямоугольником? Вообще-то да, по видео они тоже могут посчитать и написать в комментариях. Эта тетрадка у нас была формы и цвета, и это были игровые прописи. У нас осталось из этой серии, мы купили третью, которую. Давайте посмотрим ее. И потом будем уже закругляться. Так, игровые прописи, цвета. Ну, смотри, какие клякс. Поехали дальше. Смотрите, все эти тетрадки довольно-таки очень даже красочные. Предыдущие прописи, они были не цветными, там нужно было самому просто рисовать и обводить, закрашивать. А эти рисунки красочные, вот я, честно говоря, на пробу взяла эти такие тетради, и я смотрю, моему младшему сыну очень даже понравилось. Что здесь надо сделать? Найди на блюдце все продукты красного и оранжевого цветов. Какие из них ты любишь? То есть ребенок находит по цветам все вот эти продукты и еще называет то, что ему очень нравится. Здесь, каким набором карандашей нарисовали овечку? То есть здесь вот один набор, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И ребенок... Вот смотря на вот эти карандаши, определяет, какие цвета были нужны для того, чтобы закрасить эту барашку. Задание такое тоже на внимательность очень. Я бы сказала, здесь не только вот цвета, а вот именно внимание. Раскрась только те предметы, которые могут быть красными. Если ребенок уже знает вот эти все овощи, фрукты, каких цветов они бывают. Ну, здесь не только фрукты. Вот смотрю, здесь этот деревце. Елочка, листочки, то он называет правильно, в общем-то, все цвета, которыми они должны быть. Рыбок с кружочками раскрась оранжевым цветом, а с квадратами зелеными. То есть ребенок уже знает, вот на рыбке здесь квадратик, здесь кружочек. И он в соответствии по заданию выполняет и закрашивает нужным цветом. Точно так же здесь есть поле, где тренируем руку. Едем дальше. Ну что, подскажешь? Поможешь? Что здесь написано? Раскрась треугольники желтым цветом, а четырехугольники синим. Что получится? Смотри, здесь какая... Ой, я уже вижу. Птица. Птичку ты видишь? Вот глаз, а вот клюв. А вот хвостик, а вот тело. Вот такой вот узор. Здесь, увидишь, нужно будет выкрашивать. Так, едем. Следующее задание. Интересно, я угадала или нет? Ну, не знаю. Вот когда раскрасит наш младший брат, тогда посмотрим, что получится. Или, ну, может быть, и да. Или наши подписчики напишут комментарии. Так,
Здесь обведи все зеленые изображения, зачеркни все желтые и подчеркни все синие. У нас уже было подобное задание в предыдущей какой-то тетрадке. Там тоже нужно было обвести, подчеркнуть и зачеркнуть. Это с тыквой. Да, то есть здесь не только цвета, а еще и правильное выполнение. Здесь нужно в правильной последовательности закрасить паровозик. Начинать надо с самого первого. Он будет у нас красный, желтый, зеленый. И тут спрашивают, а каким же цветом будет последний вагон? То есть ребенок уже должен логически взять эту же самую цепочку, которую он прокрасил, и еще раз ее повторить. И последний вагон у нас должен быть каким цветом? Зеленый. Здесь мы пробуем. Также рисуем грибочки, наши лепесточки, кружочки. Следующая страничка. Что тут они подготовили? Пазл. Я люблю пазлы. Это страничка для любителей собирать пазлы. Угадывать всякие кроссворды. Определи для каждого пазла его место на рисунке. Я знаю. Вот это для вот этого. Вот этот кусочек для вот этих яиц. Вот это для вот этого. Вот это для вот этого. Для вот этого, вот это для вот этого, вот это для вот этого. Ты очень много любишь собирать пазлов. Ты собрал их, я не знаю. Миллион! Ты все коробки пересобирал уже тоже по несколько раз. Видишь, какая у тебя зрительная память? Скажи, тебе нравится вообще собирать пазлы? Мне их просто обожаю. Да, это мне еще нравится конструктор собирать. Вот, кстати, деку мне очень нравится. Я люблю... Еще я... Кроссворды решаю иногда. Настоящие. Теперь смотри, вот следующее задание. Найди самое большое и самое маленькое кольцо и раскрась их нужными цветами. Вот смотрите, вот вроде бы задание легкое, но не все дети видят, что вот этот кружок самый большой. Они его могут спутать этот с этим кружком, например. Маленький-то тут визуально видно, что этот самый маленький. Но... Я знаю, вот этот вот желтый, вот этот вот... фиолетовый, вот этот вот синий, вот этот вот зеленый, вот этот вот... Ошибся. Этот желтый, вот этот самый маленький, этот потом фиолетовый, вот этот голубой, а это зеленый. Да, это зеленый. А потом вот этот вот розовый, этот оранжевый, этот синий. Этот синий. И вот ваш ребенок должен выполнить задание, которое здесь попросили, найти самый большой, самый маленький. А потом, если ему действительно это интересно, он сам попросит вас, вот мы выполняли с моим младшим, и он говорит, нет, мама, не закрывай, давай еще посмотрим, я хочу найти всю пирамидку. Нет, тут 7 колец. Мы с ним еще не закрашивали эту тетрадку, но вот я потом ему дам, и он будет уже самостоятельно проделывать. Смотри, вот у нас была еще одна тетрадка, где тоже были смешивания цветов, и здесь. Назови цвета, которые получились при смешивании этих цветов. Вот точно так же. Смешиваются два цвета, и получается вот в середине новый цвет. Так, это мы посмотрели. И вот потренировать ручку, пописать. Следующее задание. Интересная такая у нас улитка. Какие из этих цветов есть в изображении улитки? Тоже на внимание. Розовый, фиолетовый, желтый, зеленый, оранжевый, еще черный, ну, ресницы. Да, голубой еще есть. Голубой. И еще один цвет, малиновый. Вот тут крылечко. Здесь нужно. И голубой. Раскрась изображение в их природные цвета. Если ваш ребенок уже ориентируется, вот он должен сказать, например, что солнышко должно быть желтеньким, там грибочек такого-то цвета, поросенок такого, и правильно закрасить. Вот мне с одной стороны не нравятся мультики, где, например, поросенок, он будет какой-нибудь там... Зеленый. Зеленый, да. Он не может быть зеленым. Солнышко, например, каким-нибудь тоже другим цветом. Кстати. То есть зайчик, он никогда не бывает тоже каким-то фиолетовым. Кстати. Он бывает белый, серый. То есть вот таким образом наших детей путают. Вот знаете, поэтому мне нравится мультфильм, когда они вот
приближенные к природным цветам. Кстати, а не вымышленным. Меня один раз удивило. Робот Икс был каким-то розовым, а Титан был каким-то зеленым и серым. Ну, ты говоришь про робота, а мы же говорим про животных, ну, да. про растения, про да. фрукты. Они должны быть действительно такими цветами, чтобы ребенок в дальнейшем ориентировался и не терял свой ориентир. А так я против неестественных цветов. Но все равно робот это не хамелеон. Угу. Это смотри, железяка. Следующее задание из этой тетрадки. Выбери домик для каждой совы. Объясни свой выбор. То есть здесь ребенок смотрит и быстро ориентируется, какая сова будет жить в каком домике. Я вижу. Это вот этом, это вот этом, это вот этом, это вот этом, это вот этом. Угу. Правильно. Потому что они по цветам подходили. И здесь, видишь, еще одно задание. Каких ты знаешь животных коричневого цвета? Каких животных можно назвать коричневого цвета? А? Что первое приходит на ум? Ну, конечно же, медведь. Медведь, правильно. Медведь бывает коричневым. Может быть, лошадка какая-нибудь коричневая. Да, да, да. Еще барсук может быть, хамелеон. Но хамелеон, он меняет цвета. В какой-то момент он может такой оттенок, конечно, иметь. Да, а потом еще может быть... Не барсук, а может харзы? Не знаю, собачка может быть коричневого цвета. Ну, кошка. Вот, да, поэтому вот... Ну, корова! Ну, корова может быть коричневого цвета. Вот, поэтому знать реальные цвета, это намного, я думаю, правильно. И вот создателям мультфильмов, я думаю, нужно над этим подумать. Потому что в последнее время очень много мультфильмов, которые мне, в общем-то... Ну, я их не все одобряю. Раскрась рисунки. Снежинку, цветок, осенний листок. Ребенок тоже должен раскрасить их правильными цветами. Снежинка тоже не бывает там какая-нибудь зеленая, там красная. Снежинка может быть белая с светло-голубым цветом. И немножко серым. Да. Осенний листок. Если дети наблюдательные, то они знают, что листочек после того, как падает с дерева, он меняет цвет. И он и может быть уже не совсем зеленым. А я знаю, почему он становится цветом таким. Почему? Потому что он теряет холестерин. Он теряет... Холестерина не хватает. Влагу теряет, да, да, усыхает. Да, холестерина не хватает, и он, ну как цветы, отмирают. Угу. Последнее задание здесь. Смородина незрелая какого цвета бывает и спелая. Смородина бывает тоже нескольких цветов. А, она... я знаю, она черная и красная. Черная и красная. А вот последнюю селекцию мы дома посадили. Бывает смородина и белая. Она, да. кстати, не очень аппетитная. Вкус у нее такой же, как у красной смородины, но она, ну, она не такая вот яркая. Мне нравится, нет, конечно, больше не... красная и нет, черная. Нет, не белая, ну такая, желтая. И вот последнее задание в такой тетрадке. Это когда нужно... Заполнить тюбики да. желе из этих плодов. Здесь и все запутано, и надо вот так правильно вот вести. Можно даже вот взять фломастер какой-нибудь, например, для банана желтый, и начинать раскрашивать. А тут неправильно. Серединка не малиновая, серединка красная. И семена не коричневые, они черные. Это ошибочка. Арбузы бывают красные внутри, но они тоже вот некоторые арбузы могут быть и розовые тоже. Мы а просто... могут быть желтыми. В последнее время. Ну да, они тоже совсем не аппетитные. Я бы такие арбузы, наверное, не покупала. Нет. Они почти как. Помидоры мы любим красные, арбузы мы тоже любим красные. Кстати, помидоры бывают розовые. Мне они тоже нравятся. И вот здесь написано: заполни тюбики желе из этих плодов, и каждый раскрасить нужным цветом. Здесь это задание, как я уже говорю, можно выполнять фломастером и доводить все эти рисунки до своих кстати, тюбиков. А напишите в комментариях, арбуз каким цветом надо красить? Коричневым, розовым или зеленым? Это мне интересно ваше мнение. Ты за кожуру или за внутренность? За внутренность кости и кожуру. Но я так думаю, все, кто пробовал арбуз и видели его вживую, они уж точно знают, каким цветом он должен быть.
Это только люди, дети, которые еще не видели в глаза арбуза. Я видел. Я, знаете, даже видела море. Так, следующее задание. Назови, какого цвета каждая пуговица. Здесь ребенок называет цвета, но в принципе может назвать еще и формы. Ну что, на этом мы, наверное, демонстрацию наших тетрадок пришли, уже завершили. А напишите в комментариях. А в прошлый раз мы, как уже показали, у нас были первые прописи. Здесь просто нужно взять ручку в руки и тренировать руку. Эти прописи подходят для маленьких детей, для детей уже первого-второго класса, чтобы улучшить почерк. Если левша, тоже нужно тренироваться, потому что они хуже пишут правой рукой. И это те, кто переучиваются. И еще такая тетрадка может подойти для взрослых людей, у которых уже моторика ослабленная, и им нужно тоже потренировать. Такие прописи можно брать и пробовать. А напишите в комментариях, что я больше люблю. Подсказка. Ку-ку. Ку-ку? Это что, покушать, что ли? Нет, еще одна подсказка. Это овощ. А он оранжевый. Хорошо. Я так думаю. Надеюсь, вы отгадаете. Ну что, спасибо вам за наши, за то, что вы смотрите нас. Если вам нравится наша подача, нравится наш канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Это нам поможет продвигать наши видео. Таким образом, эти видео смогут увидеть большее количество людей. Кстати, мне понравилась больше эта тетрадка. Угадайте, почему? Пазл. Понятно. Ну что, спасибо вам еще раз. До свидания. Пока! Вы были на канале «Мама и я».